Глубокий вдох. Холодно. Он пользовался ингалятором? Последние дни нет, ему ведь всего 10. Переживаю, что дети так часто принимают такие сильные лекарства. А что у вас ногой? Ваш лечащий врач, видимо, тоже об этом переживала. Но, видимо, сочла опасность прекращения дыхания более существенной. Ведь кислород так важен в подростковом возрасте, вы не находите? Предположу, что вам никто не объяснял, что такое астма, или же объяснили, но вы думали о чем-то другом. Из-за аллерген на клетки дыхательных путей ребенка производят вещества, которые приводят к воспалению и обструкции дыхательных путей. Продукция слизи растет, клеточный покров начинает исчезать. Но стероиды... Стероиды останавливают воспаление. И чем чаще это случается... Что? Чем чаще это случается, тем что? Забудьте, раз не доверяете стероидам, не верьте врачам.